Всем привет! Сегодня покажу вам несколько кают для сравнения. Давно обещал, да все руки не доходят. Каюта обычная, ничего сверхъестественного в ней нет. Есть диван, шкаф, кровать, стол, стулья, душ, туалет, телевизор, холодильник. В общем, стандарт, вы все сами видите. Много, помню, было вопросов, как вы спите в шторм, нужно ли пристегиваться, как вы вообще спите. В общем, я ничего не делаю. Если сильный шторм, единственное, я беру матрас, кидаю его на палубу и сплю на матрасе. Или просто ложусь на диван. Все зависит от того, какая качка. Кто-то поднимает матрас, засовывает под него спасательный жилет и гидрокостюм. Появляется угол, и вы уже не будете кататься по кровати. Все по-разному. Также в каждой каюте есть индивидуальный гидрокостюм. Вот в этой сумке он находится. Доставать не буду, когда будут тревоги учебные, сделаю видео, как его правильно надевать. Все сами увидите. Здесь находится спасательный жилет. А, да, многие спрашивали по поводу волосатой швабры, есть ли у вас такие или нет. Вот, смотрите, есть. В русскоязычных экипажах эту швабру называют Машкой. Здесь находится душ с туалетом. На данном судне у нас обычная система работы туалета. Смывается просто водой. На некоторых судах установлена вакуумная система туалетов. Когда будет вакуумная, обязательно сделаю обзор и расскажу, как она работает. Холодильник, молоко, вода, йогурты. Мэтсман принес арбуз, красавчик. Также просили показать вид из каюты. Пожалуйста, смотрите. Данный танкер у нас грузоподъемностью 110 тысяч тонн. Общая длина его составляет 238 метров. Расстояние от надстройки до носа 199 метров. В общем, отсюда до носа танкера 200 метров. Ширина его 44 метра. С этой каютой, думаю, понятно. Пойдем посмотрим, как у нас живет электромеханик Вовчик. Здорово. Здорово. Покажи свои ребята. Апартаменты. О, заходите, ребята. Свет включу. Свет, к сожалению, электромеханика не работает. Бля, правда. Вот. Что? Мой постель. Вот столик. Диванчик. Холодильник. Вот ради стресса, чтобы снять стресс иногда. А это с утра, чтобы нормально. А это с утра, да, чтобы здоровье поправить. Молодец. Что у тебя вид с окна? Отлично. Вот моя баня, где моемся. Неделю раз убираемся. Раз в неделю убираемся. А? Красавчик. Все так далее. Ну а если сравнивать с другими судами, как? С другими судами, если будем сравнивать, у Билай по... И лучше, и хуже. Получше, конечно. Покомфортнее. Ну здесь железо. Да. Скрипит. Дребежит, когда вибрация, да? Да. Угу. Спать мешает лучше. А, у тебя и шкаф железный, да? Да, и шкаф железный. Ну да. Вот у нас сейфти, вот аларм, когда выходит, сигнализация срабатывает. А, это General and Fire. Чтобы на русском объяснить, это
пожарная сигнализация. Да, да. Так, а это пайлотская, да? Это пайлотская. Так, сейчас здесь покажу. Ну, все. Кстати, да, ребята, подпишитесь на канал, ставьте лайки. Красава. Все, спасибо большое. Давай. Это лоцманская каюта, все так же, диван, стол, кровать, холодильник, каф, вид из окна такой, практически ничего не видно. Душ, туалет, все как и везде, все, идем дальше. До Сереги пойдешь. У Сереги, конечно, каюта интересная. Сейчас все сами увидите. Я 10 лет работаю на таких судах, но такую каюту вижу первый раз. Серый, привет. Привет. Серый, покажи, как ты живешь. Заходи. Как дела? Потихоньку. Это та самая интересная каюта. Лучше турецкого инклюзив. Сейчас вид с твоего номера посмотрим. А это фанс помповни, да? Да. Тебе когда работать мешает? Очень. Да? Сильно слышно, да? Да. Все так же тоже. Шкафчик, диванчик небольшой, мусорные ведра, кровать, столик, полочка. Ты вот скажи, какая у тебя должность? Четвертый помощник. GDSS офицер. Ты что значит? Communication офицер. А что у тебя в обязанности входит? Ой. Месячные отчеты, приход, отход, бумажки. По приходу-отходу. Зарплата, интернет, сигареты. Тяжелая работа? Первое время да, потом привыкаешь. Так, ну вот, самое интересное. Вот как бы... Туалет-бомба. Каюта. Туалет, все, душ, как положено. Ну, как и везде. Но тут есть соседняя... Бонус. Соседняя дверь, как в американских отелях. Заходишь, и тут еще одна каюта. Хотя можно сказать... Можно покакать вместе. Двухместный номер. А кто здесь до этого жил? Филиппинский старпом. Старпом? Да. Я после вахты в 4 утра ложусь спать, а в 6 утра принимает душ. И, соответственно, я слышу, как он моет свои коконаты. В общем, ну хреново, в общем, так, да? Да. Слышно все. Слышно все очень сильно. Как он чихает. Ну, кстати, вид, по-моему, получше, или такой же. Да то же самое. Тут все справедливо. Половину грибка тебе. Да, половину ему. Так, я. А матрас как дерево. Ну да. А вот у меня столика нету. Так забери его. Открути и забери себе. Да самодельный вроде. А или не? У меня вот здесь что-то прикручено. Я вижу, что откручивали. А в каюте часто убираешь? Раз в неделю. Чем по настроению, да? Да, и по силам. Если порты, как раньше мы ходили, сутки через два, то и времени нет. Так, ладно, все, Серега, спасибо. Пойду сейчас советскую каюту покажу. И спортзал тоже. Все, зашли в одну каюту, выходим. Из другой. Все, давай, пока. Пока. Так вот,
Серега штурман, я механик. Почти за 4 месяца работы я его видел, не знаю, раз 5, наверное. Это суэцкая каюта, рассчитана она на 6 персон. 3 двухъярусные кровати. Вид такой. На бочке лукойловские. Также душевая с туалетом. А, да, комментатор. На гражданском судне туалет — это туалет. На военных кораблях, да, туалет называют гальюном. Если за всю службу вы выучили одно слово и запомнили его, то лучше забудьте его и не пишите всякую ерунду. Идем дальше, с каютами закончили. Сейчас зайдем в спортзал, покажу, как он выглядит. Так выглядит наш спортзал. Не самый лучший, не самый худший. Но скажу, есть весь необходимый инвентарь для тренировок. Мультитренажер. Качество у него, конечно, так себе. Не такое, как в тренажерках дома. Но лучше, чем ничего. Блины для штанги и гантелей. В общей сложности, я думаю, килограмм 150-170 наберется. Такой вид из спортзала. Никакой. В этом локере у нас находятся канцелярские принадлежности. Открывать его не буду, там после шторма хаос. В общем, как-нибудь в другой раз покажу. Беговая дорожка, велотренажер. Скамья для жима, она универсальная. Можно использовать под разными углами. Также для приседа она, в принципе, удобная. Здесь мой блокнот лежит. Записываю все тренировки. Почти 2 года не занимался, тяжело вернуться в прежнюю форму, но перерывы иногда нужно делать, но не такие длинные. Такой зал у нас, на мой взгляд, неплохой. Сейчас покажу наш локер. Это машинный стор с расходными материалами, отвертки, молотки, перчатки, ключи. В общем, все комментировать смысла нет. Думаю, сами все видите, что здесь находится. Вот, кстати, запасные мажки.
кислороды. Все, что нам нужно, мы делаем заявку, компания обрабатывает ее и затем присылает. Заявки с расходным материалом заказываются один раз в 3 месяца. На этом, думаю, закончу видео. Оно и так подзатянулось. Что смог показать, то показал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь видео. Всем удачи и пока.